Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Я еще работаю с слесаря экипе А. Номер моего телефона 8 920 517 4817. Давайте поработаем с электромагнитными пускателями и программируем реле ОВИН. Вот я написал совсем небольшую программку для программируемого реле ОВИН. Какую функцию будет выполнять эта программка? Программка у нас будет управлять электромагнитными пускателями и осуществлять переход электродвигателя со звезды на треугольник. Для чего это нужно? Это, как правило, необходимо, если используется мощный электродвигатель, их пусковой ток в 5-7 раз превышает номинальный. Для того, чтобы значительно снизить пусковые токи, сначала электродвигатель запускается по звезде, а потом переходит на треугольник и выдает максимальную мощность. Как это у нас будет осуществляться? Сначала вот этот электромагнитный пускатель будет замыкаться и собирать звезду. После того, как звезда будет собрана, запустится этот электромагнитный пускатель с тепловой защитой и подаст напряжение на электродвигатель. В течение нескольких секунд электродвигатель будет работать по звезде. После того, как электродвигатель разгонится, он перейдет на треугольник. Вот.